В предыдущих выпусках мы добавляли данные в гид. В этом посмотрим, как получить более старые версии выбранных файлов, при этом не трогая остальные. Допустим, по ходу разработки мы обнаруживаем, что сделали ошибку в каком-то файле и хотели бы вернуть его версию, которая была, скажем, два комита назад. При этом нам не надо переключать ветки и вообще все, кроме этого файла, нужно оставить как есть. Только этот файл достать старый. Такая задача возникает на практике не каждый день, но достаточно часто. Как ни странно, команда, которая может это сделать, нам уже знакома. Это Git Checkout. Погодите, но ведь мы уже видели, Checkout переключает целиком весь проект. Но это только в том случае, если ему не передать конкретный путь. Например, восстановим файл HTML в состоянии на момент этого комита. Для этого вызываем git checkout, передавая, во-первых, комит, можно с ссылкой, на этот комит указывает мастер, или идентификатором, это не важно, и затем путь, который нужно восстановить, в нашем случае индекс HTML. При указании пути команда Checkout работает проще, чем обычно. Она не переключает ветки, а достает только указанный файл или даже можно несколько файлов и директории указать на момент переданного комита. Вот, видите, во-первых, файл обновился, а также, обратите внимание, восстановленные файлы Checkout автоматически добавляет и в индекс. Так что, если я сейчас запущу git commit, что это более старая версия индекса HTML станет текущей. Если мы такого не хотим, мы, конечно, можем убрать его из индекса. Это сделает команда git reset индекс HTML и видите изменения остались в рабочей директории, но из индекса они удалены. У команды reset много возможностей, мы изучим ее позже, но в таком виде она сбрасывает индекс для данного конкретного файла. Давайте посмотрим еще пример. Допустим, мы изменили файл в рабочей директории, что-то поэкспериментировали но нам эти изменения не нравятся, и мы хотели бы их отменить, не трогая при этом остальные файлы. Аналогично, запустим git checkout, нам нужна версия файла из текущего комита, то есть из head. Готово. Файл index.html такой же, как мы последний раз сохраняли в репозитории. Давайте на минуточку в редакторе я верну обратно изменения в файле. Замечу, что в данной ситуации можно было бы написать и короче. А именно, git checkout index.html, вообще без указания комита. Если путь указан, а комит нет, то checkout возвращает в рабочую директорию файл из индекса. В данном случае мы изменения не индексировали, так что версия файла в индексе совпадает с версией в head, поэтому результат будет тот же, что и выше. Запускаю, и изменения сброшены. Тут немного тонкий момент. Конечно же, поведение будет отличаться, если мы предварительно проиндексировали какие-то изменения. Тогда в рабочую директорию будут возвращены они. Итак, Checkout с путем и комитом возвращает файл из этого комита в рабочую директорию и индекс, а Checkout только с путем возвращает его из индекса в рабочую директорию. С указанием путей связан еще один нюанс, типичный для многих команд git. Вполне возможна ситуация, что у нас в проекте есть файл или директория с тем же названием, что и комит или ветка. Например, мы имеем полное право иметь в проекте директорию с названием Master. Но когда мы вызываем git checkout Master, как чекаут поймет, что мы имеем в виду? Путь, мастер или все-таки ветку? Логика здесь очень проста. Чекаут сначала пытается найти ссылку или коммит с таким идентификатором. А если нет, то предполагает, что это путь. Соответственно, так как ветка мастер существует, то такая команда переключится именно на ветку мастер. А что если мы хотим получить путь? Для этого указываем перед путем двойной дефис. Такая запись позволяет избежать неопределенности. Все, что после двойного дефиса воспринимается как путь. А если есть еще какие-то флаги или аргументы, например, commit, то они ставятся до него. Еще раз подчеркну, обычно двойной дефис не нужен, как вот в ситуации с индексом HTML выше, и так очевидно, что ветки с названием индекс HTML у нас не существует. Двойной дефис нужен только для ситуации, когда возможна неопределенность. К счастью, на практике они возникают довольно редко.